Это лет, по-моему, 6 назад, точнее не помню, по-моему, на Петербургском экономическом форуме Греф, который совершенно, значит, уже растворен в своей группировке, сказал, что опасно и неправильно давать людям серьезное образование, потому что если люди станут умными, образованными, невозможно же будет управлять. Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. Как только все люди поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Это же не сам по себе Греф. Кто Греф? Да никто один по себе. Это вся команда. Это командная этика.